Недостроенный метрополитен грозит Омску серьезной аварией. О возможных тяжелых последствиях сообщили аудиторы Счетной палаты региона. Проверка показала, из-за недоделанного стратегического объекта сейчас могут просесть грунт под жилыми домами, деформироваться временные ограждающие конструкции и, вполне возможно, потопят перегонные тоннели. Кроме того, как сообщает информагентство «Омск здесь», на достройку метрополитена теперь требуется почти в два раза больше денег. Стоимость работ выросла с 11 до 19 миллиардов рублей. Также существенные нарушения аудиторы нашли при строительстве объектов 300-летия Омска. Из 27 мероприятий в плане подготовки проведения празднования юбилея города полностью завершены только 13.